Каждое утро в шестой группе детского сада «Жар птицы» не похоже на предыдущее. И речь не о разных кашах на завтрак, а о занятиях. Игровые столы становятся учебными партами. Воспитатель начинает урок. Диана, Богдан и Миша, встаем. Полина Кулаева – один из самых молодых воспитателей в муниципалитете. В детском саду она работает уже 3 года. Каждое утро девушка знакомит свою группу с каким-нибудь персонажем. Например, с Незнайкой. Вместе с ребятами герой начинает путешествие в мир знаний. 30 минут на занятие. Занятие в себя включает обязательно приветствие, физкульт-минутку. Это может быть пальчиковая гимнастика. Либо, как вы уже видели, более двигательная активность задействована. Разные блоки, разные задания. Главное сменять деятельность, чтобы ребенку не стало скучно. А ребятам скучно не бывает. В группе Полины сегодня около 25 человек. И к каждому свой подход. За время работы она стала для детей не просто наставником, но и другом. Она добрая, очень хорошая. Она хорошая, очень красивая. Она мне очень нравится. Вопрос, кем стать, когда вырасту, перед Полиной не стоял. В школьные годы она часто сидела с малышами и поняла – вот оно, призвание. Я давно хотела стать воспитателем, еще в школьные годы, потому что был яркий пример у меня – это моя тетя, которая всю жизнь проработала педагогом. И вот смотря на нее, я, наверное, и пришла к этому. Сегодня Полина уже опытный специалист. Родители дошколят на ее возраст не смотрят. Уверены, малыши в надежных руках. А тем временем они внимательно слушают воспитателя. Путешествие продолжается. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.